3-4 года мне было. Именно в тот момент построили в Волгограде, в моем родном городе, каток. Ну, мы гуляли с мамой, и там буквально прошлись, посмотрели, как катаются дети. Я попросился, чтобы тоже попробовал. Занимался фигурным катанием, у меня там был еще теннис, у меня еще и было и плавание. Но потом уже со временем, когда я начал расти, то есть там прибавлялась школа, какие-то дополнительные задания в фигурном катании, подкатки, хореография, мама сказала решить, куда я хочу все-таки в углубление уйти, и я сказал, что это будет фигурное катание. Ханью своим рвением работать и достигать новых целей, казалось бы, куда уже. В плане прыжков Нейтан Чен будет, в плане катания, наверное, Миша Каледа наш и Дима Алиев. А в плане того, что как бороться во время проката, это будет Саша Самарин, мне кажется. Он просто зубами вцепляется в лед и тащит все. Очень хорошо общаюсь в последнее время с Сережей Вороновым, он там может и подсказать. Мы можем с ним обсудить что-то, какие-то соревнования или просто поговорить. То же самое с Сашей Самариным. В первую очередь добавить четверные, без них уже никуда, и прибавить к ним стабильность. Второе, думаю, это вращения будут, как бы улучшить, может, какие-то новые находки сделать, добавить. Ну и в целом катание, чтобы во время проката до конца была энергия, которую я мог выплескивать и тем самым получать удовольствие и давать это зрителям. Я, во-первых, восхищаюсь, а во-вторых, злюсь. В первую очередь на себя, потому что девочки делают, значит, я тоже смогу. Надо очень много работать, чтобы добиться такого же. Елена Германова с Мариной Леонидовной, они по технической части говорят ошибки на прыжках, ну и в целом в программе, там, они могут сказать то, что там ты сделал плохо шаг, там ты не доделал, не выложился. Максим Игоревич Завозин, он по скольжению, он смотрит мои дорожки, и вот мы с ним в конце льда, после того, как я отпрыгаю все, работаем над дорожками шагов, чтобы все было чисто сделано и на хороший уровень. А Ирина Анваровна, мы с ней работаем в хореографическом плане, она там в программе добавляет руки какие-то, мы что-то меняем иногда, и в основном в зале работаем над программами целиком. Конечно, могут поругать, но это без этого никуда. Ну, понятное дело, за что ругают. Ну, там, ты, значит, плохо сделал. А, ну, вот сейчас в период, когда менялось тело и рос я не до конца все чувствовал. Я не понимал, вот мне говорят, ускорься. А я и так как будто ускоряюсь уже на максимум, куда еще ускоряться, а потом там я посмотрю видео с тренировки, да, маленький кусочек, и я просто ползу, как черепаха, оказывается. Ну, и в этот момент я просто сам для себя там в раздевалке дома, почему на меня ругаются, почему так? Ну, а потом, вот сейчас уже я начал понимать, за что и почему. Раньше, когда я еще был помладше, мама была на тренировках, еще в Волгограде это было, и смотрела их. Ну, дома мы могли поговорить, она там тоже что-нибудь скажет. А как с переездом в Москву, буквально в первый день, когда мы пришли, Елена Герман сказала, что все, вы можете идти,
ну, домой. То есть он уже взрослый, самостоятельный, я должен сам справляться. Сейчас периодически, вот редко мама может прийти посмотреть просто, а так она не вникает в процесс. Я ей сразу сказала, что у меня есть тренеры, и думаю, будет не очень, если будешь вникать и поправлять меня. Для меня самое главное услышать это не только от мамы, а в целом от семьи, то, что ну, мной гордятся, и что даже если что-то не получилось, в следующий раз обязательно получится. И еще, что я молодец. Наверное, в начале сезона, может. Да, очень тяжело входил в сезон, и уже все, ничего не получается. Даже не понимал, что мне делать. Ну, вроде работал, пытался войти в сезон, в форму, а не получается. Вот, как будто первый раз на коньки встал, и уже не понимаю, что делать. Тогда при разговоре, когда вот, обсуждалось, что и как, как будто, ну, эмоции выходили все-таки. Один. Также в этом сезоне, в начале, когда вот ничего не получалось. Ну, тренеры в этот момент меня пытались в себя привести. И также мама, она сказала то, что нет. Ну, ты не будешь сейчас заканчивать, и сейчас не тот момент и не то время. Я считаю, ну, она сказала, я считаю, что сейчас неправильно будет сделать. Я очень благодарен и тренерам, и родителям, что они как-то остановили этот момент, не довели, не сделали так, чтобы это вот прям до самого края дошло. Что вот буквально еще один шаг, и я уже все, не фигурист. А сейчас я с удовольствием катаюсь, тренируюсь и работаю. Да. Ну, как в принципе у всех, это дойти до самой вершины, это Олимпийские игры. Но пока что живу сегодняшним днем.